что самое главное, что где мы бываем, или это профессиональный разговор, то есть встречалась с руководством вашей страны и парламентом, и кабинетом министров, также в правительстве, или это человек, который проводит экскурсию, вы были в библиотеке, да, встречалась с руководством тоже на новой организации, в Беловежской пуще, прекрасно, мы провели уже 2 часа сегодня. Или там музей тоже в этой пуще. Или даже люди, которые обслуживают, дают ужин. И обед, знаете, везде такая рука хозяина и душа, любящая свою страну. И душа, которая горда своей страной. И я более чем уверена, что действительно все у вас получите. Больше скажу, я где-то даже завидую, потому что люди умеют так работать, умеют так думать. Я от души получаю это серебро. Они с национальными мажорами серебряными. Но самое главное, что люди приносят удачу и приносят успехи и в организации, которую представляете, и больше и в семье то же самое. Но самое главное, что вы приносите богатство. Поэтому большое я вам все это большое спасибо. Потому что больше уже так много я пожелала. Профессионально. Что я узнала, я больше видела подход, как работают здесь коллеги. Мы работаем, как я сказала уже губернатору, больше по-другому. Мы берем вопрос сразу более широко, мы берем какую-то политику, сразу смотрим на общество более широко, более глубоко, чтобы понять, как система, как такая работает. Не индивидуальные случаи, но индивидуальные институции какую-то, но уже система институций, как они конкретную политику в жизни проводят, чтобы и видеть, где в политике неправильные постановки, где законодательство неправильно работает, где не хватает квалификации работников, чтобы сделать работу правильно по постановлениям. И то, что я, наверное, увезу отсюда, это первый раз, в первую очередь, люди, и это ваша душевность, дружеский такой подход, открытые души. И я всегда в своей профессиональной работе говорю, что самое главное, что я получаю, это возможность встречать очень разных людей. Умных, преданных, ответственных, профессиональных, в разных профессиях. И я думаю, это одно, с чем мы всегда в жизни должны стремиться и гордиться, когда и с нами работают хорошие люди, в жизни у нас встречаются хорошие люди. Это я желаю вашей земле, вашему краю, чтобы вас всегда окружали хорошие люди, и было как больше много.